18 марта 2001 года не стал одного из самых выдающихся умов своего времени великого ученого, филолога, языковеда Васу Абаева. Его смерть оставила огромную незаполненную пропасть в мире науки и образования. Сегодня к памяти ученого возложились цветы представителей научной интеллигенции. Как отметил писатель в своем выступлении Мелит Унгазиев, труды и открытия Васу Абаева принесли новые горизонты в понимании языка и его эволюции. После в доме музея Абаева прошел круглый стол. Участники говорили о его жизни и научной деятельности. Абаев еще при жизни стал одним из столпов филологии. Он внес выдающийся вклад в изучение, понимание и развитие остинского языка и истории. Помог выйти на новый уровень и влиться в русло российской и международной науки. Научное творчество Абаева дало возможность остинскому народу полнее и точнее осознать свое историческое и культурное прошлое. Чтобы сохранить память о нем, директор Дома музея Мадина Устаева поделилась идеей создания фильма о великом для нашего народа лингвисте, где будут собраны воспоминания всех тех, кто его окружал и был знаком с ним лично. Вот здесь вот есть наши уважаемые люди, которые непосредственно с ним общались, работали, вот, создавали и условия для работы тоже, условия для общения, и для прочтения им лекций, и тем более вот принимали активное участие, значит, в открытии вот этого, даже не в предоставлении этого дома на улице Джафаридзе 43. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы все, вот именно вы, вот, чтобы мы все остались в истории. Интересные факты из жизни Васу Абаева рассказала Фатима Абаева, которая является родственницей ученого. Все, что касается быта и все, что касается вещей, которые вне его науки, он вообще в них не разбирался и даже не хотел в этом разбираться. Он получал пенсию и через лупу рассматривал деньги и говорит: что можно вот на это купить, или что можно вот на это купить, вот, ну, удивительным образом. Вот. Много фотографий и документальных справок сохранила Фатима Сергеевна. Некоторые из них сегодня были продемонстрированы и войдут в биографический фильм. Яна Плива, Альдина Чехоева, информационный выпуск «Сегодня».